продолжение транспортной темы. Первый и второй маршруты городского автобуса уходят на каникулы. Они связаны с отъездом большинства пассажиров из Губкинского и, соответственно, малой наполняемостью общественного транспорта. Маршруты городских автобусов прекращают свое движение с 20 июня по 20 августа. Также произошли изменения расписания автобуса по маршруту Губкинский-Пурпе. Если с 1 июня ранее автобус отправлялся от администрации Пурпе в 6:50, с 1 июня этого года автобус будет отправляться в 7:10 утра. Как отметила Елена Цыпок, такое расписание автобуса по маршруту Губкинский-Пурпе будет оставаться действительным до конца текущего года.